У нас удача, нам удалось застать вечером капитана Юру, нашего дорогого друга, для углубленного и, я надеюсь, искрометного разговора о том, что сегодня происходит в Украине, на которой сосредоточено внимание всего мира без преувеличения. Юра, добрый вечер. Добрый вечер, Стёска, добрый вечер. Я знаю, что ты неустанно информируешь людей и анализируешь в эфире, и, в общем, ты работаешь многостаночник, передовик, стахановец, то есть нет такого хорошего слова, которое к тебе не подошло бы. То есть ты пулеметчик, который просто из перегретого пулемета косит без устали. И дай тебе Бог здоровья. Спасибо. Скажи мне, вот по части военно-морского флота, военно-морских сил в Бердянске, что это было? Ты вообще вникал в эти подтвержденные спутниковыми съемками, затонувший один корабль, и второй горит, а два улепетывают куда-то в акваторию? Ну, нет, все четыре корабля были повреждены. Один потоплен корабль, но он ему капец. Это на котором были боеприпасы. На другом, втором корабле была техника. Он притоплен, чтобы загасить пожары. Ну, то есть его тоже потопили. Ну, уже сами как бы. А два остальных поврежденных корабля ушли в море тушить пожары и зализывать раны. И также сопровождающие катера, которые должны были их охранять, ну, тоже были повреждены. Но все это повреждение было второстепенным взрывом, который произошел от первого корабля, где были боеприпасы. Поэтому каким образом они взорвали, я точно не знаю. Кто-то говорит, что это была точка У, но точка У так точно не может так далеко стрелять. Это, в принципе, снаряд неуправляемый. Но единственное, что кто-то мне сказал, это непроверено, это опять же, я просто тем, чем я занимался вооруженных сил, я понимаю, что это не случайность, это не может такого быть, это кропотливое, кто-то должен получить большую медаль или орден за это, или может быть целая команда, которая проработала это, проследила, поняла, как безграмотно россияне действуют, то есть они ставят все эти корабли вместе к причалу, швартуют корабли, которые их должны охранять, тоже к этому причалу приходят. Но это примерно мне напоминает, когда российские катера делают навал на буксир, что, ну, и кричит там этот капитан, что, я думаю, он никакой не капитан, потому что, ну, это дурость это делать, брать на таран буксир, навал на него делать, и в конце концов они сталкиваются с другим российским катером, потому что это, ну, буксир делает навал на корабль, а не наоборот, и они его бьют, и он отскакивает, и они не могут понять, почему. Но это, ну, совсем глупость. Я даже не корабел, как бы, я понимал, что так не делаю, там, мои 2,5 раза, что я провел на корабле, уже у меня было достаточно понятия, что это вообще в голову не влезает, ну, не может такое прийти. Но тут я понимаю, что конвои так не складываются, ты не везешь боеприпасы рядом и не ставишь их рядом там, где вы кушаете и живете с другим кораблем. Должно быть расстояние какое-то, потому что это опасно. И вот там говорят, что точкой У. Но точку, опять же, я не знаю. Но кто-то мне сказал, что это должно было быть наведено лазером, и точка У должна была быть модифицирована таким образом, чтобы она вот так вот точно попала. Может быть, что-то внутри сдетонировало. Может быть, еще. Но операция проведена блестяще. Это, наверное, будет такая похожая на израильскую Xbox, операцию. Да, да. И молодцы, молодцы. Они с... Это огромное дело. И, конечно же, операция российская сорвана в Бердянске. Высадка техники, доставка боеприпасов. Опять же, это все... Два дня до этого Арти показывал с гордостью, как они там привезли бронетранспортеры туда, как они их выгружают там на трассах. Но это я как тоже говорил. Как все чисто и сорганизовано. За день до этого я говорил в своей передаче, которую я веду каждый день, сводки с фронта, что они разгружаются там и разгружают довольно-таки новые
БТРы оттуда выходят и все такое. И оказалось, что украинский штаб смотрит Арте. Как минимум. Или меня слушают. Ну, в общем, это хорошая новость, и, конечно, только поражение Путина может закончить эту войну. По-моему, она не сможет существовать в такой вот тлеющей фазе. Дайте Путину, что он хочет, отдайте ему Донецк, там, вернее, Донбасс, что он просит, и все, он уже не хочет коридор. Они объявили же, что этот, забыл его фамилию, типа Рудаков фамилия, этот, или он представитель, или он главный человек в генштабе, он сказал, что первая фаза, вчера он вечером объявил по нашему времени, что первая фаза закончена нашей специальной военной операции, и мы, значит, вот Донецкую область мы теперь, мол, полностью овладели ею. То есть на фоне разговора, что Херсон будет взят, если уже не взят украинскими военными, а Донецкой областью, так сказать, в значительной степени они распоряжались, собственно говоря. Это та точка, с которой они начали 23 декабря. Это было вот так. Это была их вотчина, так сказать. И в чем был смысл всей этой истории, непонятен совершенно. Непонятно совершенно, но это с самого начала мне было ясно. Ну, они уже поменяли риторику тоже, что теперь там они не хотят менять власть в Киеве. Киев не так уж нужен, хотя сегодня был обстрел Киева опять. Да, они тут же по Львову шарахнули еще. И по Львову шарахают, да. Но это они пытаются сказать, чтобы не снабжали украинские. Российский самолет залетел на территорию. На территорию. Ну да, и Байден был в Варшаве неподалеку. Значит, и на территорию Польши залетел российский самолет, но реакции никакой. Ну, там, я не помню, минуту или две он был. Хотя, когда залетел российский самолет на территорию Турции на 40 секунд, его сбили. Здесь вот опять же он проверяет реакцию, насколько, как Запад будет реагировать. Тем более, что Байден находился в то время, когда самолет залетел на польскую территорию. Ну, вот так вот он проверяет. На все. Пока что все молчат, все пытаются все-таки как-то увидеть, что с ним можно договориться, или ему что-то можно дать. Знаешь, это вот, вот я иду, вот шарик, на, вот я, шарик, на, моя хорошая, на тебе. Ты даешь, и она тебе вот благодарна. А бешеной собаке ты дашь, которой чумкой там заражена. Rabbit dog. Она тебя укусит и укусит всех остальных. Вот они думают, что это... Они имеют дело с нормальным человеком или хотя бы с человеком, которому опять может... Ну, как с Гитлером. Слушай, история повторяется. И я был в Вашингтоне вчера. Да, все хорошо, все... Ну, и опять же, вот Байден, он выходит, и то ли не слушает, ли что-то. Вот я говорил, послушайте, что говорил Трамп. Трамп говорил о целостности границ Украины. А Байден говорил о независимости Украины, о ее суверенитете. Разницу, понимаете, когда они говорят об этом? Ну, никто не видит разницу. Там даже я с дипломатом, с политиками говорю. Он говорит, ну ты знаешь, что он имеет в виду. Нет, я знаю, что он имеет в виду, но я так слышу, что он говорит. Также вот сейчас Байден говорит, что мы хотим мир. Мы хотим, чтобы война закончилась. Нет, мы не хотим, чтобы война закончилась. Мы хотим, чтобы Украина победила, чтобы разбила вдрызг Россию, чтобы мы развооружили Россию, чтобы забрали у нее все наступательное оружие, как с Германией, с Японией было сделано, и тем более ядерное оружие, чтобы она не могла чмырить весь мир вот постоянно, постоянно шантажировать, постоянно угрожать всему миру, что никто не может жить спокойно из-за России. Ну, тогда Китай наберет оборот. Наверное, все-таки Китай более прагматичный, чем Россия. Хотя бы они не угрожают всему миру ядерным оружием или мировой войной. Конечно же, Байден вот опять говорит. Но вообще он... Сейчас в Польше, я не знаю, что делать, правда, но это нереально. Он взял, сказал нашим войскам, выступая перед нашими, что они идут в Украину. Скоро увидите, что там делается. Он говорит, да, вы это знаете, вы увидите, как там женщины плачут. Все. Они говорят, а мы что, уже идем? Ну, сказали, что нас же не будут отправлять. Они сидят там в растерянности.
Потом, значит, его Белый дом начинает грести обратно. Угу. Что нет, он не это имел в виду. Потом, на веревке еще... обратно затягивает. Да? А, он сказал, что вот такой, как Путин, не может оставаться у власти. То есть надо его скинуть с власти. Но это не, по наш закон, что мы не смещаем глав страны, потому что начнется, правда, ядерная война. Опять начали грести обратно веслами в Белом доме Псаки. Опять начала псакать нам, что он имел в виду, что Путин не имеет права иметь власть над странами-соседями. Хотя то он ясно сказал, такой как человек, как Путин, не имеет права оставаться у власти. Ну вот я не знаю, что делать с этим маразматиком. Да, вот главнокомандующий, да? Я себе представляю, если бы Трамп вот так вот все время нес такую... чтобы с ним было. Да. Послал Бог, как говорил Остап Бендер, дурака, уполномоченного по рогам и копытам, да? Да. Трамп, интересно, Трамп выступал, мне не получилось, честно скажу, он опоздал на... Меня не получилось послушать, у него получилось, конечно, выступить, но он опоздал на час, и, в общем, он давал интервью кому-то перед... Десятки тысяч людей собрались в Джорджии. Город называется Commerce, да? Представляешь, вот в Америке... В деревне. Люди деревне, назвали да. городок Commerce, да? Из этого типа... Может быть, это самое большое событие вообще в коммерческом отношении. Ну, в деревне, да. Он даже в деревне Трамп набирает десятки, сотни тысяч человек, слушай. Да. Байден из своего бункера не мог... на парковке набрать mm-hmm. достаточно людей, так. просто, но стал президентом. Вот как такое может быть? Обматерил, говорят. Я не слышал сам, но я постараюсь подловить этот момент, утром доложу. Обматерил он сторонников всемирного потепления, зеленой технологии. И даже такая смешная была шутка, кто-то сказал. Джесси Уотерс читал имейлы, ему написали, там, текст-месседж, ведущий Уотерс, прайм-тайм. Ему написали, говорят, а что это Байден говорит, что он будет газ и бензин газ посылать в Европу? А почему он туда не посылает солнечные панели и ветряки? Как бы логично, да? Ты понимаешь, вот никто не хочет жить по тем законам, по которым они хотят, чтобы слушай, мы жили. Я говорил с человеком, который как бы разбирается в энергетике. Ну, он так мне сказал. Он говорит, я разбираюсь, я в этом бизнесе, и все. И, конечно же, Байден правильно делает, что он запретил добычу нефти и газа, и сланцевого газа на территории Соединенных Штатов Америки, на федеральных, не знаю, поэтому, потому что это сохраняет экологию, и я говорю, ну, каким образом? Вот как этому? Я понимаю, если ты уменьшишь потребление горючего, бензина там и нефти, потребление, таким образом, да, я это понимаю. Ну и просто потому, что ты стал меньше добывать и больше покупать у своих врагов, которые по-грязному это. А потребление одно и то же, это не значит, что это что-то спасает. Да. Я не понимаю этого там. Для пьющих людей объяснить. Вот если рядом у тебя винный магазин, да, а ты ездишь за 3-9 земель за тем же самым. Так ты меньше пьешь. Да, таким образом мы боремся с алкоголизмом. Чтобы бросить да. пить, ты тратишь деньги на бензин и время, да? Он говорит, папа, а если это будет, то что, ты будешь меньше пить? Он говорит, нет, вы будете меньше кушать, дети, вот и все. Да. Юр, скажи мне про бронежилеты историю. Мы тут это все переминали. Как это все происходит? То есть, допустим, какая-то благотворительная организация доставляет компоненты или доставляет целую вещь? Понимаешь, это... Буду честно говорить, что во время войны очень многие люди наживаются на разном. Ой, мы детей спасаем. Сейчас я уже не знаю, сколько этих благотворительных фондов открылось. Помимо ООН, помимо Красного Креста, помимо там защиты детей, Всемирной организации здравоохранения по защите детей. Вот такие вот, мой друг открыл фонд, он все, мы собираем деньги, будем помогать детей, спасать украинских детей, кормить украинских. Я уже не знаю, сотни. Это, и меня предлагают, чтобы, конечно, я возглавил там или эти фонды, или еще что-то такое. Это, конечно же, люди наживаются на этом, на всем... И также люди наживаются на других вещах, на бронежилетах, на как, на всем, что нужно для войны. И, конечно, контрабандисты, другого способа, государство не дает другого способа. Вот нельзя из Америки
легально, официально, кроме там бюрократических систем и всего этого пройти. И несколько компаний имеют на это разрешение. Конечно же, они тоже зарабатывают на этом огромные деньги. И вот заместо того, чтобы дать исключение из Америки там, или из Европы, их стран послать вот эту аппаратуру, там, и электронику, и бронежилеты, и каски, и очки, и наколенники, и просто мундир. Дать исключение этому, что люди на свои деньги могут покупать и давать, замест, чтобы через контрабандистов это все пересылать, и просто чтобы они зарабатывали. Все равно это туда попадает только через контрабанду. А, и, конечно же, организовались некоторые ребята, которых я знаю, и они сказали, мы сами будем делать. Вот сами волонтеры приходят, и сами будем шить, сами будем делать, сами, и это там в 3 раза дешевле, конечно, получается. Но плиты им нужны. Вот плиты они пытаются достать в Англии, в Германии, еще где-то. Но опять же, там же такие же, Америка заставляет их действовать по таким же законам. Израиль. Все эти страны как бы живут по законам и конвенциям, которых они подписали. Но вот это из-за этого создается такая ситуация. И поэтому никак невозможно передать ни оружие, ни то, что нужно, только через государство. Ну и в Украине тоже бюрократия, мне нужна бюрократия, коррупция. Кому война, кому мать родна. Вот мне, например, поступает очень много жалоб на замминистра обороны по снабжению. Что, мол, и там у него уже достаточно скопилось и касок, и бронежилетов, и вообще вооружения. Но он почему-то это не... Вот, под замком держит и не выдает войскам. Вот почему никто не может понять. Ну вот он сидит там, вот мне уже несколько человек на это жаловались, говорили, сделай что-нибудь, пойди скажи конгрессмену, пойди скажи сенатору про это, пусть проверит. Ходишь, говоришь, но вот он имеет какой-то, там. Но он имеет какой-то политический вес, а эти политические. Дети гибнут, инфраструктура разрушается, миллионы беженцев, то есть люди, которые потеряли все, у которых жизнь поломана у большинства, а мы вот или наживаемся, или политические какие-то очки себе зарабатываем. Поэтому некоторые люди вот так вот кустарно, знаешь, когда-то и в Израиле они под вывеской, что это пекарня, делали там, собирали оружие. И на машинах, где написано было «хлеб», вывозили, чтобы вооружить своих солдат и бороться. Ну и украинцы то же самое делают. Солдаты дерутся, им нужно что-то, им нужны инструменты. А бюрократы, не все, конечно, не все, меньшинство. Но это меньшинство, оно, конечно же, гадит и портит. И с нашей стороны, и с украинской стороны, и с европейской стороны – ну, конечно же, единственное, что радует, что у россиян их еще больше, еще хуже. Это мой следующий вопрос себе был, потому что за 30 дней, сегодня 26-е, так что примерно 30 дней, да, 31 день прошел, учитывая, что февраль короткий месяц, с начала войны, и российская армия потеряла за этот месяц по разным оценкам, но, в общем, Пентагон сошелся, наконец, с украинской оценкой, и они сказали, что до 15 тысяч потеряли человек. От 7 до 15, вот такая ну, опять же, надо определиться, что такое потеряли. Вышли из... Погибли? Погибли. Ну, хорошо, 15 тысяч погибли. Это в основном молодые, здоровые ребята. Погибли, но сколько стало небоеспособных, сколько вышли из строя, которые уже не могут вернуться в боевые порядки. Вот. Это раненые, это дезертиры, это которые не пойдут на призыв, это те, которые попали в плен. Сколько таких? Я, по моим понятиям, если 15 тысяч убитыми, то еще столько же надо... В 2 раза где-то еще 30 тысяч надо списать на раненых, на дезертиров и на пленных. Ну, пленных можно определить, потому что из них есть списки.
Дезертиров, я думаю, мы не можем определить, и раненых тоже. Но только то, что госпиталь, военный госпиталь полевой на территории Белоруссии переполнен, и они не справляются с потоком раненых, это тоже открытая информация. Поэтому 40-45 тысяч российских солдат выведены из строя. То есть четверть, как они их заменят, за такой, сейчас призыв будет, вот начнется, и к 1 мая они должны будут заполнить. Как они их обучат, потому что все войска, в принципе, 80% российских войск на территории Украины, как они будут обучать этих новых солдат, кто пойдет сейчас служить, какие, потому что по закону призывников нельзя отправлять. Значит, это должны быть контрактники. Где они их возьмут? Я не знаю, я не понимаю. Поэтому сейчас будет такой переломный момент, где Путин может эскалацию сделать. И применить, как, опять же, начать долбить ракетами, самолетами, потому что слабое место в Украине – это небо. Ну и мне еще и стингеры против ракет не работают, или против дальней артиллерии. Они стягивают дальнюю артиллерию ближе, поэтому они начнут сейчас уничтожать гражданское население еще больше, с большей и наносить разрушение инфраструктуры. А чего они добиваются этим, я не знаю. И потом он может, они говорят о применении тактического ядерного оружия. Ну, это оружие тоже такое устрашающее, что, мол, смотрите, мы можем ядерное оружие применить. До этого оно было никогда не применялось. Поэтому, не знаю, это такая очень игра... опасные, украинцы переходят в наступление, они уже отбивают много, ну, мы видели в Бердянске, как они сработали красиво. Mm-hmm. Поэтому я не знаю, ну, генералов сколько погибло, ни в одной войне столько за всю войну не погибало. Ну, слушайте, 15 тысяч – это контрольная цифра афганской кампании за 10 лет. Но... там погибло официально 15 тысяч человек за 10 лет. Ну вот, и сколько генералов погибло в афганском? По-моему, ни одного. А здесь получается, что здесь генералы командуют на передовой. Причем два из них армейские, командуют двухзвездные генералы-лейтенанты. Угу. Это же даже не дивизионные. Поэтому это, я не знаю, от чего и как это такое... капитан первого ранга погиб, заместитель командующего Черноморского флота. Когда такие люди погибают, я себе не представляю замену этих командиров таким быстрым путем, особенно в российской армии. Вот этот генерал, который недавно попал в новости, Мизинцев его называют в американской, английской прессе, может быть, Мезенцев. Вид у него, конечно, жутковатый, чисто так внешне, но разговор у него немножко зэковский такой, да? А ты слышал этот разговор? Я слышал эту запись, я как бы тоже, знаешь, все эти вещи я... Ну, надо, да, принимать. Я принимаю внимание, что это может быть фальсификация, но да, там конечно. Были некоторые, так сказать, ключевые точки, по которым можно считать это аутентичным. И... ну, я тебе скажу, что я присутствовал и тогда при таких разговорах с российских полковников, там, генералов, когда они вот так вот разговаривали. Это было, знаешь, жутко. Это жутко. Жутко, даже не понимал, куда ты попал. Командир полка, бригады, комбриг, погиб, потому что его личный состав раздавил, наехал на него. Да. Это случайность это была? Или... нет, говорят, что там много людей погибло. Погибло, и, видимо, кто-то, у кого-то нервы не выдержали, они его просто... А почему погибли? Потому что его бездарность и кровожадность. И кто-то из его подчиненных взял и наехал на него и убил. И это будет все чаще и чаще случаться. Поэтому они понимают, что они уже офицеры сдаются в плен, переходят на сторону украинскую. Украинцы молодцы.
они им оставляют, те, которые сдались и перешли на их сторону, они им оставляют их воинские звания и дают им шанс служить в украинских вооруженных силах. Они получают денежное довольствие, какую-то премию за это. Уже они выступают и белорусские офицеры, и российские офицеры к этому призывают. И я призываю, я говорю, ребята, не... я многих из вас знаю, даже высоких чинов. Вы военные преступники. Вы хотите быть преступниками военными или вы хотите оставаться людьми чести и присяги? Вы присягали российскому народу, российской конституции. То, что вы сейчас делаете, выполняете приказы незаконные, вы нарушаете конституцию своей страны, вы нарушаете свою присягу защищать свой народ, свою страну, а вы становитесь на сторону бандита и военного преступника, и вы будете коллаборантами, вас вычислят. Поэтому, да, я тоже призываю переходить на украинскую сторону и служить правому делу. Это не нарушение присяги. Это вы не предали свою страну, это ваша страна предала вас. Это ваше правительство предало вас, ваш главнокомандующий предал вас. Не всегда подчиненные предают своего командира. Иногда командир предает своих подчиненных. Абсолютно. И бросает их или направляет их исполнять, дает незаконные приказы, исполнять незаконные приказы. В вашей ситуации ваш командир, ваш командующий дает вам незаконные приказы, преступные приказы. Поэтому выполнение их, это вы совершаете военное преступление. Вы хотите быть военными преступниками. Выбор у вас, я понимаю, что выбор ужасно тяжелый. Ужасно сложный, у многих семьи там, у многих жизнь там и все остальное. Но это не стоит все равно становиться военным преступником. Дезертируйте, переходите на другую сторону. В конце концов, прострелите себе ногу. И это тоже имеет место. Уже. И это тоже имеет место, да. Но не выполняйте незаконные приказы. Преступные. В офицеры в прошлом стрелялись из-за этого. Они лучше бы теряли свою жизнь, чем свою честь. Но если есть еще в России такое понятие, и доблесть, и честь, то я вас призываю к исполнению этого. Юр, ну ты видишь, вот как ведет себя российская власть. Они садятся, вот первый круг переговоров, когда был, они прислали бывшего министра культуры или замминистра этого, Мединского. Который сказал, что у России это есть экстра хромосом. Еще лишний хромосом у россиян. Да. Они прислали его, чтобы он говорил там с посланниками Зеленского, опять же, сели за стол переговоров, но предполагается, что говорят о какой-то форме перемирия, успокоения, там, я не знаю, что, как это все назвать, но, в общем, чтобы все устаканилось. Бомбят в это время мирные города Украины. Последняя вот эта история с вчера, вот то, что я упомянул, когда объявляют о том, что мы первую фазу войны закончили, типа вот Россия показывает свою слабость, тут же ракеты или бомбы по пригородам Львова идут. То есть мне кажется, что если Путин задумает сдаваться, ему поверят, наверное, где-то раза с пятого. То есть вот как только первый раз... Нет, я даже не поверю с 50-го раза. Сдаваться он не будет. Он параноидальный психопат. Это диагноз ему поставила моя мама, а психиатр. Была светлой памяти. И такие люди, он не воспримет. Это для него унижение, это для него оскорбление, это значит, они все виноваты, это они все бездарности, и жить не надо. И он же сказал, что, ну, он же говорит, что нет меня, нет России, зачем нам такой мир? Он готов его взорвать. Он предупреждал о войне, он предупреждал о многом. В 2008 году сказал, что вот НАТО – это опасность. Он обо всем это говорил. Он говорил в 2008 году, что ему нужна Украина. И сейчас он говорит, что да, он готов, чтобы этот мир перестал существовать, потому что, ну, это не его вина, а потому что, ну, параноидальный психопат, и пока ему не свернут шею, сдаваться он не будет. Сдаваться он не будет. Это не этого ожидать глупо. Это как Гитлер никогда бы не сдался, как и Сталин никогда бы не сдался, как и Пол Пат. Каддафи, пока вы их... Кстати, вот эти кадры про Каддафи, это после этого он чокнулся. Говорят, что он смотрел их раз 500. И он все время, он не спал ночами,
он переживал из-за этого, он видел, потом эти вот белоленточки начались, и вот тогда он начал закручивать гайки, он тогда вот стал свирепым. Он стал бояться, что вот с ним то же самое произойдет, что и с Каддафи. Юр, я надеюсь, вопрос, что так и будет. Вопрос про Киев, да, немногие из нас, кто-то здесь смотрит нас из Киева, я большой привет посылаю, конечно, киевским друзьям, но какое твое было впечатление, когда ты находился в Киеве? Я слышу звонки из Киева, я слышу репортажи из Киева, и, в общем, как-то в центре города там жизнь еще имеет подобие нормальности, скажем так. Послушай, знаешь, люди вот иногда, вот Обама был гениальным, Байден, он имеет больше всего опыта в международных отношениях или как решать военные конфликты, у него самый большой опыт, почти 50 лет. Ну вот видите, да, результат этого. А сегодня слушал Каспарова. Да, кстати, равно, здесь пишут в комментариях, я слушал, равно, но пару раз подвисал, но нет ему проблем. Ну, слушай, давай я буду комментировать про шахматы, там Е6, Ф1, лошади уходи, и вот это пешкой, значит, влево и вправо двигать надо. Ну, чушь, конечно. А НАТО, причем он говорит о НАТО, и как НАТО функционирует, или как НАТО было создано. Ничего подобного этого нет. Или как нужна, как противовоздушная оборона может также действовать против водной обороне, против кораблей, береговой охраны. В общем, откуда все это он берет, я не понимаю. Но я не понимаю, кто его спрашивает про это. Спрашивайте его про шахматы, ну или хотя бы про политику какую-то такую общую. А то сегодня все, я не знаю, ты заметил, что сегодня все экспорты по ковиду стали экспорты, как вести боевые действия в Украине. Все. Ну да. Они, да. И, но... Включая некоторых из присутствующих. Но вот смеялись над Ключко, как он говорит неправильно. Ну, примерно как Трамп. Ну, твиты пишет плохо. Все остальное никакого уже отношения не имеет. Ну, твиты плохие, и все. А ну, Ключко, ну вот он сказал так. Многие люди, которые не актеры разговорного жанра, оказываются очень хорошими организаторами или очень трудоспособные, или смелые. Вот Зеленский, он и актер разговорного жанра, и оказался такой мужик с яйцами. Угу. Настоящий лидер. И Ключко тоже оказался отличным мэром. Вот, знаешь, так вот звезды сошлись в Украине. Ключко оказался прекрасным организатором. Ну, чтобы быть мэром, ты должен быть хозяйственником, ты должен быть организатором, как Лужков. Он был вор, но он был отличный организатор. Он был хозяйственник такой. И Ключко, он сегодня в Киеве электричество, вода, ходит транспорт, работает метро, ездят электрички, поезда, и вы можете, если вы хотите эвакуироваться, вы садитесь на поезд и можете уехать на запад. Уже такого нету, паники никакой нету, ничего нету, хотя его город бомбят. И ракеты залетают, но он остается очень хладнокровный, разумный и трудоспособный. Работает с утра до вечера вместе со своим братом. И молодцы. Город абсолютно функционирует, как и должен функционировать. Полиция работает, вылавливают диверсантов. Молодцы. Ты прям читаешь мои вопросы, да. Вылавливать диверсантов, это очень важно, потому что, значит, это вам не немец какой-то там или ну, да, черный афроамериканец, который безупречно говорит на украинской мове. Да, как в анекдоте, да, мы тут черных сроду не видали, шпион. Да, и Юр, а что ты знаешь или слышал, или можешь прокомментировать по поводу автобусов, которые в неимоверных количествах вывозят людей на территорию России с Украины. Ты слышал об этом? Я об этом слышал, и меня даже на этом спросили на Fox News, что из Мариуполя вывозят людей на российскую сторону и увозят куда-то их. Вот берут заложники или их так похищают, и об этом, да, идет. Я точно знаю, я знаю, что во время интервью в Соединенных Штатах Пескова, вот Пескову это спросили про это, он сказал, что это фейк.
Но также Песков сказал, что они не бомбят Мариуполь. И что коридоры, которые открыли, единственное, что они атакуют Мариуполь, потому что там вот, засела эта фашистская организация, нацистская, Азов. Первый командир Азова был еврей, Натан Хазин, религиозный. И я знаю Андрея Белецкого, какие они не фашисты, не нацисты, они чем-то наоборот напоминают сионистов таких. Вот их флаг висит у меня с еврейской звездой, да. Но все равно то, что он говорит, что это глупости. Ему говорят, ну вы же это делаете. Он говорит, нет, мы это не... ну вы же бомбили, разбомбили больницу. Он говорит, это не мы, это они. Откуда у Белецкого бомба на 500-килограммовая бомба, которую он мог сбросить на самолета на госпиталь, на больницу, я не знаю, потому что это все-таки батальон, который, может быть, насчитывает 1000 человек. Кругом бегом, весь Азов. А весь Азов, и у них может быть там 3-4 пушки, и может быть несколько БТРов. Как они могут стрелять ракетами по городу и уничтожать город, в котором они находятся, я не понимаю. Или когда они говорят коридоры, это они не дают. Они прячутся и себя, значит, огражают гражданским населением. Прячутся среди гражданского населения. Но даже если это так, что прячутся они, то ты не можешь бомбить их и убивать гражданское население. Ты должен какие-то другие способы. У нас, я сам в этом участвовал, когда наш дрон летает. Мы знаем, что они сволочи в этом доме. И наш дрон летает. Они берут ребенка и сажают перед домом. Этот ребенок играется там. И наш дрон не может атаковать. Мы знаем, что они там. Но пока этот ребенок сидит перед домом, вот пока у дрона не кончается горючее, и он летит обратно. Когда он улетает обратно, они расходятся. Они, это было 1000 раз. Но стрелять по этому дому нельзя. Потому что там рядом сидит ребенок. Гражданское лицо. Или невооруженные люди. Поэтому даже если они говорят, что там Азов прикрывается гражданскими, что абсолютно неправда. Это довольно-таки храбрые, смелые, патриотически заряженные ребята. Они, наоборот, прикрывают гражданских своими телами. То все равно бомбить из крупнокалиберных, из самолетов, и ракетами гражданское население, и разрушать инфраструктуру. А сегодня они из Мариуполя новую реальность сделали, Сталинград там или Алеппо. Да, это все равно. Но сидит Песков и говорит, нет, это не мы. Это Азов. Это вот эти вот пацаны. Они такое разрушение могли нанести. Да, электронная война имеет много форм. Одна из них... У них, по-моему, у них даже танка нету ни одного. Да, нету ни одного танка. У них есть 4 пушки, что-то такое. И боевой дух. И несколько, да. Ну, пушки тоже нет, там, не 152-го или 155-го калибра. Гаубицы. Ну, вот смотри, сейчас обе стороны пыталась, Украина пыталась очень неудачно какие-то делать фейки, там что-то с компьютерными играми вначале подставлять, там это все, по-моему, это уже похерено, да. Это все всегда это происходит. Всегда приятно. Но вот смотри, сегодня в Америке говорят о том, что удар будет Путина нанесен по Соединенным Штатам с помощью вот этой хакерской атаки, кибератаки. У них есть космические войска, у нас есть космические войска. И так, то есть вот спутники летают, которые имеют такую милитаристскую направленность, все понятно. Почему против Украины, или я ошибаюсь, не было нанесено такого ошеломляющего киберудара? Ну, то есть интернет, телефоны, все это же... Это же иллюзия для человека, который ходит с телефоном и думает, что он ни к чему не привязан, да? Там есть башни, там есть все эти вещи. Я не знаю, если у них это все есть, то почему их командиры общаются украинскими сетями, украинскими телефонами? Таким образом, вот ребята просто на передке слушают, где они находятся, и бьют там, где они находятся. Ну, элементарные. Почему они элементарные? Значит, у них высокотехнологии такие есть, а элементарных вещей они не могут сделать. Ну, я не знаю, опять сравнить с медициной. Они могут сделать операцию на мозг,
но мозоли вырезать они не могут. Вот это они не могут сделать, а вот это они, а вот, вот такое они могут. Но это причем очень такая старая русская манера говорить, что мы там в космос полетели, мы там гланды через жопу можем вырезать, а элементарные вещи сделать не могут. А туалетной бумаги нету. Ну, а вот ракеты, а вот это есть. И это всегда есть. Вот у нас самые лучшие, у нас самые лучшие, самые лучшие. Я даже это помню, когда был самый первый визит наш во Владивосток на военном корабле. В 89-м году, по-моему, это было. У меня даже шапка есть, это, на которой написано это, когда это было. А нет, это не то. Я помню, иду, и там один такой стенд, они нам БТР какой-то показывают, еще что-то показывают, морская пехота, ну, я с морской пехотой там у нее делал. И вот морпех стоит, показывает мне калашников, говорит мне, значит, лекцию мне проводит про калашника, я стою, слушаю, он говорит, самый лучший автомат в мире. Я ему говорю, самый лучший автомат в мире для чего? Ну, самый лучший автомат в мире. Я говорю, ну, для ближнего боя, для дальнего боя, для боя в городе, для охраны. Для личной охраны или для чего он? Я-то уже понимаю, для чего этот автомат. Это когда миллион их в окопе сидит, и они все из этого автомата, значит, посылают туда, куда-то дождь. В направлении врага. Да, свинца. Он говорит, нет, ну вообще, вот в принципе, он самый лучший автомат. Я говорю, лучше, чем М-16? Он говорит, лучше, чем М-16. Я говорю, а вы стреляли когда-нибудь из М-16? Он говорит, нет, никогда не стрелял. Я говорю, так с чего вы взяли, что он лучше? Нет, ну все знают, что он лучше. Я говорю, я не знаю. Я вот, например, стрелял из М-16 и из Калашникова. М-16, вот как по мне, лучше, легче, дальше бьет, он его не заносит. Нету такое, это, ну, правда. Вот, он говорит, да нет, ну Калашников лучше, это все знают. Я говорю, ну кто вам сказал? Я говорю, я стрелял из того и из другого, как по мне, может быть, это просто для меня лично лучше. М-16 для дальнего боя, не для городского боя. Он говорит, вот он стоял, нет, ему сказали, что он лучше, и все. И он не может понять, как это может... У них все лучше. Ну, и он рассчитывает, что ты тоже человек, понимаешь, что он человек подневольный. Нет, он серьезно не понимал. Он серьезно считал, что Калашников самый лучший автомат. Я говорю, он самый популярный, он самый дешевый. Это да. Я говорю, он самый такой простой механический. Да, Румыны делают, китайцы делают. Он самый, его везде есть и все такое. Но что вы имеете в виду лучше? Потому что лучше? Мерседес лучше или БМВ лучше? Что, знаете, это такая, только кому-то лучше это, кому-то лучше то. Что лучше, Тойота или Хонда? Ну, это смотря для чего, для Хонда грузовик или Тойота спортивная машина. Значит, Форд это... самый продающийся пикап. Но понятие, что неважно что, это наше, оно самое лучшее. Вот и все. И спорить с этим бестолку. Но сегодня мы видим, что, допустим, танк «Армада» – самый лучший танк. Угу. Почему-то в Украине его нет. Может, они его берегут для чего-то, я не знаю, чтобы сделать какой-то последний рывок. Черт их знает. Оттепели окончательные, когда все станет там жидкое вокруг асфальта. Ну, или наверное, там... В тот момент они там выпустили. Гиперзвуковая ракета, которую они выпустили, оказывается, она не гиперзвуковая. И вообще она... Юр, это вот ты когда ты был в России, да, и по странам бывшего Союза, прости, друзья, у тебя ощущение того, с кем ты общался, с военными офицерами, и сейчас вот то, что ты читаешь и видишь по действиям, чем ты объясняешь вот эти изменения? Я уверен, что ты видишь эти изменения, потому что... Или это было тогда точно так же? То есть такая же была безответственность и кровожадность? Понимаешь, это я, опять же, я первоначально имел дело с офицерами в Академии Фрунзе. И это, видимо, были немного другие люди. А потом, конечно, уже когда я стал иметь дело с офицерами, которые там на Дальнем Востоке или где-то в каких-то под Воркутой где-то или еще где-то. Гарнизонными. Да, и... солдатами, я понимал, что это уже другое, ну, другое качество и другие понятия.
Ну, потом в Абхазии, когда я там был, тоже другие были. Там десантники были одно, мотострелки это были другие. Ну, солдат, офицеры, я определял разницу между ними. А вот солдаты нет. Солдаты это были в основном неграмотные деревенские ребята. Очень редко попадался солдат или там сержант, который, как сказать, нормальный, что ли, был, я не знаю. В основном это такие рабы, которые попадали в армию, может быть, более-менее нормальными, но там их калечили. Там они все выходили оттуда калеками. Психологически или физически, недокормливали их там. Издевательство это, вот, принуждение все время, унижение, ужасные унижения. Многие из них не чувствовали это. Им, видимо, казалось, что это нормально. Я это чувствовал, потому что я понимал, что я прошел через унижение и через оскорбление, через все вот это еще в детском саду в Советском Союзе. В детском саду, потом в школе, но я этого не осознавал. Потому что это все через это проходили. Да. Называется только factor installed уже. Да, когда я вернул... И в армии они тоже, видимо, не ощущали этого, потому что, ну, все, ну, тот, кто старше, он на тебя орет, оскорбляет, унижает. Ну, мы слышали, вот как этот генерал. И так вот идет, да, и старый солдат точно так же обращается, вот эта дедовщина с младшего, с молодым солдатом, потом тот старше становится старше, потом сержант с этим, но потом офицер с ним. Ну, мечтают остаться живым в первый год и потом уже делать с новобранцами. Ну, а сегодня, конечно, ну, а это делает, понимаешь, дедовщина и все вот это оскорбление и унижение, это предательство, когда у тебя должна быть, наоборот, сплоченность и братство в вооруженных силах. И командира надо охранять, и командира надо беречь, а не подставлять его или переехать его танком, то там этого нету. Там это небоеспособная армия. Когда идет вот эта дедовщина, это небоеспособная армия. Она воевать не может. Она может только вот с загранотрядами, с пушечным мясом и со всем остальным. Поэтому я это видел, я это понимал. Но... обращение, вот, отношений между военными, оно ужасное. И, конечно же, коррупция ужасная, обман. У офицеров нету этого понятия доблести и чести. Отношения между ними очень плохие, между даже собой. Вот эта рота и та рота, они враждуют. А это рождает... плохие отношения в семье, понимаешь, там, потом вот эта жизнь на корабле, когда тебя с корабля не отпускают, когда они там тебе говорят, ты сдохнешь на железяке на этой, а я слышал это все. И вот это очень хорошо описывает Александр Покровский. Такой есть книжки, он пишет «Расстрел», он прослужил много лет на подводной лодке, и он это все там описывает. Он это пытается писать в смешной форме, но если ты это переведешь и ты себя поставишь на это, то это не смешно, это ужасно. Потому что он описывает это как смешные происшествия на подводной лодке, но это не смешно, если это воспринять. А это потом алкоголизм, наркомания, воровство, унижение, изнасилование. И мы сегодня видим это, что происходит в Украине. Изнасилование, грабеж, мародерство, унижение. Это ковры они выволакивают из квартир. Но они же и звонят это все. Это, конечно же, небоеспособная армия. Это разлагающая армия. Но еще раз напомню, что Наполеон ушел из Москвы до морозов. Он ушел из Москвы, потому что армия стала заниматься мародерством. То есть она стала разлагаться. И он понимал, что она уже небоеспособная. Поэтому он вывел ее из Москвы. Ну, Москва была богатой, как бы, город. И там было чего воровать. Ее, сожгли ее. И сожгли. Ну, потом, да, говорят, что россияне сами ее сожгли, русские. Да, конечно, сами. Нет, это было заманить его и там его оставить. И они там разлагали. Поэтому это уже видно, что это армия. Там уже изнасилование идет, грабеж, мародерство, ну и убийство своих товарищей, или убийство своих командиров, потому что ты понимаешь, что они бездарные, они тебя, и ты не хочешь умирать. За что? Ради чего?
ни одного из этих солдат внутри кольца Москвы нету. Эти дети там не воюют. Юр, потому как ты смотришь на ситуацию, вот здесь вопрос был такой, что произошло бы, если бы Лукашенко удалось отстранить? Что-нибудь изменилось бы? Насколько вообще? Лукашенко, он играет типа такого роль непривязанного ишака, то есть вот он может что-то ляпнуть там в байденском стиле, но он, безусловно, поддерживает и одобряет линию Путина. И брат, и вдруг такое участие совершенно позорное в этой агрессии, агрессивной операции. Участие Белоруссии сходит на нет, или оно вот такое же, каким оно было? То есть ты упомянул, что там госпиталь туда везут раньше. Ну и там десантники, десантная бригада, которая стояла на границе с Украиной, она вернулась в казармы, вернулась в часть. Поэтому я думаю, что Лукашенко боится армии. И мы уже видим, что призывы офицеров, старших офицеров в белорусской армии. Мы видели, когда там шли восстания в Беларуси, как многие военные жгли свои береты или выкидывали их. Он понимает, что лояльности у армии к нему нету. Поэтому он боится, что если он выдаст оружие, они или перейдут на украинскую сторону, или повернутся и пойдут против него. Я думаю, что он не хочет давать оружие своей армии, чтобы она шла и воевала куда-то. А потом белорусы скажут, а вообще поставь себя на место белорусского офицера или белорусского солдата. Вот он говорит, мне это зачем? Вот для чего? Что, для чего это нужно? Ради чего я должен это делать? Да. И им непонятно воевать с фашизмом в Украине. Они прекрасно понимают, что никакого фашизма там нет, никаких там бандеровцев нет, никакого насилия там нет, демократическая страна, наоборот, они бы хотели сами быть такие, как украинцы, чтобы у них менялась власть за все время, что батька у власти там в Украине уже сменился, 5 президентов, плохие все. Но никто из них в тюрьме не оказался, да, никого не убили из них. И следующие будут противные все, и у нас. Они понимают это все. Страна, шаг назад, 2 шага вперед, 3 шага в сторону, зигзагами, но она шла вперед. Она понимала, что у них была свобода слова, разные каналы. Олигархам принадлежат. Но у нас тоже олигархам они принадлежат. И у нас олигархи есть. Да, не у нас Вашингтон-Пост принадлежит Джеффу Безосу, Амазон. И это полностью орган долбежки, бомбежки Дональда Трампа. У нас тоже и Фейсбук, и Цукерберг, и Гейтс. Это олигархи, такие же олигархи, как и везде. Но у нас не принадлежит пока что власть КГБ или структурам силовым. Как в России, и как в Белоруссии. А в Украине тоже. Она не принадлежит силовым структурам. Она принадлежит разным там коррупционным структурам. Ну вот, что лучше? Я считаю, что лучше, как у нас. Идеально, совершенно не идеально. Очень плохо. Ну, все остальное еще хуже. Поэтому... Ну, слушай, логика Лукашенко... Он боялся, что его поглотит Россия, поэтому он добровольно под нее лег. Но он хитрый. Где же его хитрость? Батька хитрый, он хитрый. Он крутился, вертелся сколько мог. И чисто по-человечески он выживал. Ну, пришел, как пришел. Сколько веревочки не виться, да. Да, ну вот до сих пор он выкручивается как-то. Пока что они не вступили в войну. С их территории идет война, но они сами, батька сам нет. Батька сам... Он скажет, потому что я сделал. Он говорит, что он в резерве, когда нужно, он ударит в нужный момент, это все будет. А пока он будет это, он наблюдает, он переживает за это. Он благодарит Путина. Он ждет, пока Путин сдохнет.
И он моментально поменяет свою риторику. Да, да. Сейчас он уже почти был полноценным человеком до войны, потому что все сказали, Путин еще хуже, чем он. Он уже практически был нормальным. Но Путин ему все поломал. Юр, я тебе хочу задать американский вопрос задать. Такой чисто по нашим делам, потому что нашу сторону очень обвиняют, что мы смотрим все на Украину. Даже если мы не российское, еврейское, украинское, белорусского, грузинского, армянского, узбекского происхождения, а просто вот нас Украина интересует сейчас больше, чем наши внутриамериканские дела. И под этим флагом почему-то, и я об этом говорю, и ты это замечаешь, я уверен, в республиканских консервативных кругах идет отказ от Украины. Идет отказ от поддержки Украины. Говорят, что вот эта авантюра Байдена, которую он надеется отвлечь от плачевного состояния дел в стране. В этом есть доля правды. Да, насколько конечно. Ты думаешь, он это делает успешно? Мне кажется, совершенно, он как и все остальное. Он очень успешно это делает. Мы, правда, все отличны. Где Durham Report? Где вот сейчас он пытается пропихнуть вот эту левую в Supreme Court? Не, ну это все присутствует, что ты. Она получила совершенно беспрецедентную головомойку там. Ну, она получила, но она все равно пройдет. Еще неизвестно. Ну, пройдет. Они все опять на Мэнчине, на этом, у которого вообще уже моча ему в голову ударила полностью. Он уже, то он за нее, то он в частном образом. Но все равно это. У них в ноябре, чтобы в ноябре это все было замылено. А у него получается это все, но опять же, это все происходит, знаешь... Вот я сейчас же в Вашингтоне, я через день езжу в Вашингтон, и там все больше и больше вот флаги везде украинские, там везде пишут, мы Украина, мы с тобой, Украина, мы с тобой. В Германии вообще метро перекрасили в желто-блакитный цвет, и шум Украины. Я не знаю, сколько миллиардов долларов потрачено на флаги и вот это все Украина, мы с тобой. Лучше бы оружие дали. Лучше бы оружие дали, а не вот эти крики, лозунги и парады, что Украина мы с тобой. Лучше бы дали оружие, можете быть без Украины. Знаешь, как евреи говорят, да, Путин, конечно, плохой, но он не антисемит. А я говорю, лучше бы он был антисемит. Слушай, то, что он делает для Ирана, для Хизбуллы и для Хамаса, лучше бы он был антисемитом и не делал это. Слушай, ну между как, нами... Как Никсон. Никсон был антисемит, но он спас Израиль. Пока нас никто не слышит, я тебе могу сказать, что то, что он причинил с тем евреям, которые его поддерживали деньгами, Путин, олигархам евреям, Абрамовичу, то это... Ну да, и Фридмана. Высокая бедного. Степень антисемитизма. Фридман, лучше бы он был... Так я тоже говорю, лучше бы вы были против Украины, но дали им... Не красили все это, не попали флаги, но дали бы им оружие, дали бы чем... Нет, вот давайте медицину, спасать детей, вот эти все организации, медицину посылать туда. Я говорю, вы понимаете, что вы лечите симптомы, вы лечите побочные эффекты. Надо лечить заразу, надо лечить болезнь, надо вырезать этот рак, эту раковую опухоль. А вырезать ее нужен скальпель, острый скальпель. Дайте этому врачу острый скальпель. А вы ему примочки носите разные, пиявки ставите, там, банки ставите. Это не поможет раковой опухоли. Надо лечить болезнь, а не симптомы. Ну, то же самое, когда я начинаю говорить с украинцами, я говорю, да, у вас война. У вас война с Путиным, у вас война с Россией, все понятно. Но эта война – это побочный эффект. Эта война – это симптом того, что произошло в Соединенных Штатах и в Европе, и в Китае. Пришли левые к власти. И вы должны это осознать. Когда вы осознаете и признаете это, то этого уже не будет. Это будет уже излечение. Потому что разруха в голове. Гордон опять, давая интервью кому-то, сказал, что ему сказали, ну, вы ожидали это от Байдена, такую помощь Украине? А он говорит, больше, чем я ожидал. Даже больше, чем я ожидал. Байден делает прекрасно, больше, чем я ожидал. Юр, все государственные люди ужасно боятся других государственных людей. Так он не государственный. А он считает Гордон. Себя государственным, из него сделали человека. Он же свободный, и он всегда говорит, что он патриот, он говорит, что он ни от кого не зависит. Я верю ему. Вот я ему верю, я его знаю.
что он ни от кого не зависит, что он... Вот он верит в это. Я уверен, что он в это верит. Я не думаю, что ему кто-то платит за это. Я могу ошибаться, конечно. Мне сейчас будут писать, что я ошибаюсь. Я понимаю. Но я вот сообщение у меня мое с ним было, то, что он в это верит. Он верит, что при Трампе было бы еще хуже. Почему? Не знаю. Но было бы еще хуже. То же самое Каспаров. Да их миллион всех. И там Муджабаев. Много. Все. Практически все они одно и то же. Не, Байден, конечно, он делает очень много для нас. Что же он для... Ну, оружие дал. Это оружие, которое он вам дал, еще было разрешено и подписано Трампом. Ты удивишься, да? Вот эта история с олигархами, которые сейчас, санкции против олигархов, эту программу запустил Дональд Трамп во время своего президентства. И ее никак не активировали его противники в Дипстейте. Послушай, чего бы она там ни стоила. Это майор Швец, которого тоже почему-то очень сильно рекламирует Гордон и говорит, что он был одноклассником Путина, хотя уже и документы, и доказано тысячу раз, что он не был и не мог быть одноклассником у Путина. Однокурсником. Да. И он никаких документов, он никаких ничего не показал, никакой медали, ничего. Если ты кого-то завербовал, у тебя медаль должна быть. Это все прекрасно знают. Но неважно. Я уже потерял даже... Мой психолог говорит, чтобы я так сильно на Швеции не концентрировался, потому что это мой ПТСР начинает... Мой ПТСР начинает сильно возбуждаться. Ну вот я говорю, ну даже... Я помню, когда Швец говорит, ну смотрите, вот у нас были учения совместные, это Сибриз, летом. Это при Байдене таких учений никогда не было. Это 3 месяца после того, как Байден там, сколько там, с января до июня. Ну, пусть 1.5 года прошло. Вы что думаете, вот такие огромные учения он мог, при нем это было создано? Конечно же нет. Любой сержант может сказать, что для таких учений нужны координации между странами, много разрешений, лицензий, договорений. Где это будет, как, какая аппаратура, логистика, финансы должны быть выделены на это. Это занимает год, больше года. А тут Байден не успел прийти, он уже организовал такие вот учения со всеми странами. И вот это вот майор КГБ, Швец, он говорит, и все. Все читают, все хлопают, все рады до усрачки. Ну, до полного экстаза. Ну, вот как что минимум. Я тебе могу сказать. Юр, последний легкий вопрос можете задать? Если Украине дадут все, что она просит, все, что только можно представить, как будет выглядеть конец войны? Они разобьют русских вдрызг. Вдрызг и хлам. Они их разорвут. Им не надо так много. Им надо закрыть небо. Хотя бы дать самим, дать им инструмент, чтобы они смогли закрыть небо. То есть дать им противовоздушную оборону. Те же С-300. И самолеты МИГи эти, которые им дают. Им все обещают. Но они не дают. Поэтому небо они закрыть никак не могут. Но хотя бы прикрыть. Закрыть полностью они, наверное, никогда не смогут. Но прикрыть. И тогда, потому что сейчас у России... И береговую охрану, чтобы с Черного моря они не смогли все-таки зайти. Не смогли высадиться. И все. Они научились воевать. Они воюют грамотно. Они их окружают. Выматывают их. Там уже нету ни еды, ни тепла, ни мыться, топливо, да. ни в туалет сходить. Они уже упражняются внутри своих бронетехники, боятся выйти. И потом хлопать их, как сонных мух. И все, они уже это и так сделают. Просто какова цена этому будет? Много украинских жизней будет потеряно или немного? И вот чем раньше мы им поможем, тем раньше мы в это вступим, в этот бой, в эту драку, и поможем украинцам это сделать, тем меньше будет потерь и жертв и с их стороны, и с нашей стороны. Потому что чем дольше мы тянем, тем больше мы показываем слабость свою, то больше это питает Путина. То он видит, что ага, меня боятся. Они боятся. Вот сейчас залетел на польскую территорию, они ничего не сделали. Сейчас снаряд туда пошлю. А потом скажу, ошибочка, извините, ошибся. Ну, вот бывает такое, ракета залетела не туда. Потом увижу, что нет реакции, второй пошлю, опять ошибочка.
опять извини, потом зайдутся. Потом... И вот так вот оно разжигается, так больше и больше становится. Заместо того, чтобы дать сразу ему в нос и дать им отпор. И тогда он понял, как это сделал Буш, когда он зашел в Грузию. Буш сразу же вел наши эсминцы в Черное море. И он ушел. Все, ушел. Как турки сделали, сбили самолет. 40 секунд он залетел. Сбили, все. Он что там сказал, что помидоры там будут. Как с вагнеровцами Трамп. Грохнул их сразу, всех, одним ударом. Все, ничего он не сделал. Он сразу притих. Все. Вообще, как будто не было этих людей. Да, как будто и не было, все. А здесь, когда его забрали, посольство, как сказали, ну, когда вторжение будет незначимое, это ничего страшного, посольства нет. Ни при каких обстоятельствах мы своих солдат не пошлем воевать, техники не будем давать, ни при каких, с каких это пор Америка. Конечно же, отчитываться он, перед конечно тем. Же, он, это его спровоцировало. Заходи, все открыто, твое. Мы тебе это даем. Мы ничего не будем делать. Мы посольство свое убрали, можешь бомбить. Американцев нету. Мне 5 раз в день они присылали смс-ку, покиньте территорию Украины. У посольства и Госдеп, одно из Госдепа я получал, одно получалось посольство. Покинуть, срочно покинуть территорию Украины. Они не хотели, чтобы американцы были. Открывали. Открывали все, чтобы его спровоцировать, чтобы он зашел и дербанил Украину и делал с ним все, что хочешь. Сразу же предложили Зеленскому уйти. Убер предложили ему. Да, сразу моментально предложили. Вызвать. Все. Никакого оружия не давали. Он же урезал же помощь Украине военную до этого. Знал, что будет нападение, говорил об этом. Почему мы никто не верили в этом? Но ничего по этому поводу не делал. Никаких санкций не вел, никакого предупреждения. Наоборот, говорил, ну, если это будет незначимое вторжение, ну, посольство мы убрали, ну, я тебе покажу, ты смотри, такие если ты зайдешь, я тебе такие санкции устрою. Никто, конечно, этому не верил. Поэтому все мы и смеялись, думали, что это блеф. Ну, ты знаешь, я говорю уже об этом, и вчера, кстати, вот Ребекка Кофлер, она сказала, что, может быть, из вежливости, что в этом есть смысл, что действительно обе стороны планировали такой путч небольшой, просто моментальный, чтобы Байден мог забрать свой компромат оттуда, а Путин мог убрать вот это бельмо на глазу российской демократии, в кавычках. Это украинское государство, которое вообще показывает, что можно президента переизбирать, например, сам факт вопиющий, возмутительный. Зачем он нужен? Зачем, нахрена ему нужна эта НАТО вообще? И почему оно его беспокоит? Что он от НАТО, какой он ущерб поимел? Почему он идет на Запад в сторону НАТО? Ему надо иметь Украину как дружественную страну. В общем, такую страну, с которой он может иметь какие-то хозяйственные отношения, так сказать. Мне вот рассказывают, люди мне звонят же, как и тебе, наверное, говорят, вот вы знаете, я знаю, почему там это все получилось. В районе Донецка нашли огромное месторождение природного газа. И Украина заключила договор там с Shell, там с Exxon, с Mobil и так далее, этот газ разрабатывать, а Россия решила, что они перекроют им вот эту вот продажу нефти. В России тоже есть контракты с Shell и со всем остальным. Shell, и с Exxon. И в Ираке мы дали там... Лукойл выиграл тендер в Ираке. Это глупость, нет, я не из-за этого. Нет, это все вещи решаются на бизнес-уровне. Тот же самый конечно, Shell, зачем и тебе... Exxon и приходит. Что он добился этим? Что же они все ушли оттуда, наоборот, все закрылось теперь у него. Все эти компании американские ушли с уровня. Pornhub ушел. Порнхаб ушел из России. Порнографические все сайты ушли с российского рынка. А ты знаешь, какое количество людей, фотографов? Теперь они все будут это делать по памяти. Да. А между прочим, что нельзя сделать по памяти, большое количество... Ну, в общем, это все нормальный источник дохода был для многих россиян, чтобы продавать фотографии на Shutterstock и прочих веб-сайтах, которые продают для редакционного пользования фотографии. Ты там за доллар, за 100, за 200, вместо того, чтобы посылать корреспондента, ты покупаешь достаточно уникальную или не очень уникальную фотографию с видом там Венеции, или кузнечика там, или гречки крупным планом.
И вот в России люди снимали все время цветы. Я просто знаю, поскольку я имел дело с Shutterstock до некоторой степени. И это огромное количество из России там было людей, которые зарабатывали 25 центов за это фото, доллар за это фото, 5 долларов за это фото. И неплохая прибавка, в общем, получается, в конце концов, если ты этим занимаешься регулярно, не нарушаешь правила там компании и так далее. Все закрыто. Это Shutterstock потерял тоже, потому что они уже не знают, кому платить за это. Ну и зачем это нужно? Вот поэтому никто не может понять ни смысла, ни цели, кроме просто убийства и разрушения. Варварского поведения. Да. Давным-давно, когда увидели пришедшего Байдена ко власти, как он закрывает все, что сделал Трамп, все. Путин увидел, подумал, ага, ну вот это безумец. Ну да. Надо его наказать. Причем все, что делал Обама, надо вернуть, а все, что делал Трамп, надо уничтожить. И неважно, что. Да. Да. Причем мы говорим, конечно, о условном Байдене, потому что он... Ну да, понятно. Он многоликая фигура. Юрочка, огромное тебе спасибо. Спасибо еще тебе тоже, Юр, за то, что нашел время, и твое присутствие всегда бесценно. Друзья, пока не забываем про наш фандрейзер. Одну секунду, Юр, я просто дам вот здесь вот. У нас есть вариант помочь Украине. Вы уже знаете, как это происходит. Здесь в основном все свои, поэтому Zelle, мой телефон, $100. Если вы жертвуете, то я вам высылаю вот этот плакат, который изображает здесь... Сенде салами, Кассес деликатесен, я уже думаю следующую мысль. Они, кстати, Юра, я не успел в прошлый раз сказать, они придумали посылать салями в армию, и это послужило, в общем, гигантской радостью для многих-многих людей. Вот Сенде салами to your boy in the army. Это было во время Второй мировой войны. Ребята из семей тех, кто владел Кассес, тогда воевали. Ну и, в общем, моя жена Ира, которая автором этой картины является, она ее вручную разрисовывает, она расписывается, все там имеет присутствует украинская тема, потому что те, кто открыл этот ресторан в 1888 году, они приехали из Восточной Европы. Друзья, вот такая тема, и до скорых встреч. Юра, пока.